трагедий. Стоит отметить, что различные конспирологи и мистификаторы трагедии переводят название Холочахль как «гора мертвецов». Это придает ореол загадочности, разжигает интерес. Это все опять же последствия трагедии с туристами. Ежели отбросить хайповость темы и прислушаться к мнению знающих людей, то можно узнать, что вершина более точно именуется как «мертвая гора». Вроде небольшая разница, но смысл меняется полностью. И мертвая она потому, что тут просто-напросто в достаточных количествах не растет ягель и иной корм для оленей, которых пасли здесь местные народы манси. Вот и вся загадка, никакой мистики. Точно где стояла палатка никто не знает. Вот. Ну примерно вот где-то в этих местах. И вот туда вот они пытались убежать. Вот это вот впереди. Отсюда, наверное, не видно в камеру, там останец. Это вот перевал, который назван в честь этого руководителя группы Дятлова. Вот. А они поднимались вот оттуда, с Ауспи, с реки. Вот. Вот там дальше гора Атартен. Как я уже сказал, место установки палатки доподлинно неизвестно. Исследователи-энтузиасты разными методами определили несколько таких возможных мест. Поскольку я не являюсь исследователем тех событий, места эти мне неизвестны, на местности никаких обозначений нет.